Вадим Иванович. Тогда от блока Юлия Тимошенко. Сейчас новый губернатор. Я извиняюсь, но сейчас могут быть проблемы в нашей организации после этих. Да. Значит, дальше. Артеменко, да. Народная оппозиция, партия Русь. Дальше. Блок Юлия Тимошенко. Берни. Бессолов, партия регионов. Коммунистическая партия, визит. То есть это люди, которые участвовали в этом деле. Власенко, партия зеленых опять. Опять те, которые должны смотреть за тем, чтобы у нас оставались эти леса целые. Понимаете, вот кто деребанит. Да, громадский блок Миколаев за Володимира Чайку. Диненко такой был. Да. Жайворона, которого взяли. Смотри, кто там Диненков. Диненков, Володимир. Диненков. Жайворона, которого взяли на взятки вот недавно, его сейчас выгнали с этой комиссии. То есть он уже в то время. Его не выгнали. Ну как, его отстранили, по-моему? Переизбрали, как секретаря. Ну, переизбрали, да. Ну там, да, это партия Люди. Жалобецкий, наш, этот человек, который вроде как за правду борется, да. Дальше, Евтушенко, регионы. Марина. Партия регионов. Морозов, блок Ветренко, народная оппозиция. Мудрак, опять блок Юлии Тимошенко. То есть, вот, это те, кто деребанит. Аминчук. Чтобы просто люди знали своих героев, которые забрали. Аминчук Александр Андреевич, вы же говорили, что нет заинтересованных лиц. Вот они, кто самый деребанит друзья, которые. Вы говорили об Олеге Викторовиче. Вы, пожалуйста, не понимаете. Подольский Леонид Наумович, партия регионов. Понятно, свои партии. Ну, мы ничего плохого про него не говорим, просто говорим, кто это самое, член. Костиков Виталий, тоже партия регионов. Филонов. Татьяна Александровна, Мартирова. 9 от партии регионов и 9 человек остальных партий.